Бархот Адонай Миворах. Барух Адонай Миворах Леолам Ваэт. Барух Адонай Миворах Леолам Ваэт. Амин. Барух Адонай Лоэну Мелеха Олам, Ашер Бахар Бану Микола Амим, Венатан Ляну Эт Торато. Барух Адонай Нотен Атора. Амин. אנחנו נקרא ספר במדבר, פרק י' גמל, פסוקים 17 עד 20 בעברית. Мы будем читать книгу числа, 13 глава, 17 по 20 стих на иврите, и с 18 по 21 стих на русском языке, это тоже отрывок. «Вайшлах отам Моше латур это эрец кнаан, вайомер алеем, алю зебан негев, ваалитем это ар, вараитем это арец, маги ваэта ам, айошев алея ахазак у арофе, амеат у им рав, вема аэрес ашер, ху йошев ба, атова и им раа, вема аарим ашер, ху йошев бахена, бемаханим им ба мифцарим, ума аарец ашмина и им раза, аеш ба эц им айн, ве этхазактем ולקחתם מפרי הארץ הימים ימי ביקורי ענבים. אמן. И послал их Моше высмотреть землю ханаанскую и сказал им, поднимайтесь вот на юг и взойдите на гору и осмотрите землю, какова она и народ, живущий в ней. Силен ли он или слаб? Многочислен ли или он многочислен? И какова земля, на которой он живет? Хороша ли она или худа? И каковы города, в которых он живет, в станах или в крепостях? И какова земля, тучна ли она или таща? Есть ли в ней деревья или нет? Будьте же смелы и возьмите плодов земли. Время же то было временем созревания винограда. Амин. Доброе утро, шаббат шалом. Сегодняшний отрывок, недельная глава называется «Шлах леха». В русском переводе я прочитал, и то, что я вижу, написано «пошли от себя». Это Господь говорит Моше, чтобы он послал 12 человек, чтобы они исследовали Ханаанский край. Но правильнее перевести «пошли себе». Не от себя, а «пошли себе». Есть очень похожее место в Бытие, называется глава недельная Лех-леха – это когда Господь говорит Аврааму, пойди себе, то есть выйди с той земли, в которой ты живешь, и пойди себе. И он не говорит, куда. А здесь Господь говорит для Моше, пошли для себя. И вот это пошли для себя, я хочу вам показать две истории, которые я нашел об этом происшествии, вот этой жизни, вот этом том, что случилось, и то, что написано в этой главе, потому что есть два описания в Библии, в Торе, и они очень разные. И когда я прочитал это на иврите, ты когда на иврите это читаешь, кажется, что я вообще ни разу не читал этого. Вот я читал Библию на русском языке, а когда читаешь на иврите, такое впечатление, что вообще ее никогда не читал. Потому что есть две истории одного и того же, что произошло, и они настолько разные. И кто-то может сказать, ну ты натягиваешь, как бы ты придумываешь, потому что оно все одинаковое. Я хочу вам показать, насколько в иврите есть большая разница в том, что написано сегодня в Шлях Леха, и то, что написано в первой главе Дворим, Второзаконе. Есть два описания одного и того же происшествия, описывает один и тот же человек – Моше. Разница в годах приблизительно 40 лет между первым описанием и вторым, 39 там, с копейками. И они очень разные. В первом, то, что сегодня мы прочитали, Бог говорит, Моше, пошли себе. А в Второзаконе написано, Моше говорит, я послал вас. И нужно начать с конца, чтобы понять, что произошло, потому что они подходят вот к этой границе, когда заканчивается пустыня, начинается обещанный Богом край. Моше говорит людям,
вот это та страна, которую Господь обещал вашим отцам, которую вы должны унаследовать, пойдите, возьмите ее. Они приходят к нему, и написано в Второзаконе, пришли все и просили его, чтобы он послал разведчиков. И Моше говорит, и мне понравилась эта мысль, которую они сказали. И потом происходит вот эта шлях-леха. Моше ничего не делает сам. Он приходит к Господу, он обращается к Господу, и Господь говорит ему, шлах-леха, пошли себе по каждому человеку от одного колена. Один человек, написано, один человек два раза. Один человек для каждого колена, один человек для каждого колена. Чтобы не было два, чтобы не было каких-то дополнений. Пошли их. И в иврите написано, если вы обратили внимание, сегодня Артур прочитал, написано «Лятур это арец». Там не написано «шпионить», не написано «высматривать», просто осмотреть, увидеть ее, какая она. Такая хорошая или плохая. Пойдите, посмотрите, какая она, какой народ, где он живет. А когда они приходят к Моше, это написано в Второзаконии, они приходят, говорят, мы пошлем людей перед собой, которые, и написано на иврите, перекопают землю. Яхпиру это арец. И когда написано, что они подошли к Нахаль-Эшколь и Раглюоту, то есть шпионили, они пошли, они смотрели, они высматривали слабые места, сильные места, они смотрели не то, что нужно было смотреть, когда Моше им говорит, пойдите в эту землю, посмотрите, какая она добрая. И я думал, как так может быть? Одно и то же. И такая большая разница в отношении, то, что происходит. И знаете, я хочу дать такой пример, я думаю, он будет добрым и покажет разницу между вот в этих взглядах. Представьте, что вы наследники, и ваши родители 400 лет тому назад покинули эту землю. Они ушли по какой-то причине, эта причина была очень важна, и очень долго вы не могли вернуться в эту землю. Это очень сильно напоминает нас, когда мы приехали в Израиль. Вы поймете, о чем идет речь. Бог пообещал нашим отцам эту землю. И вот пришел тот день, когда вы можете прийти, вот вы стоите, вот нужно подняться, посмотреть. И они сомневаются. Моше говорит, пойдите, посмотрите эту землю. Написано, что Господь ему так сказал. И он передает эти слова. Какая это земля? Хорошая, добрая. Есть ли там деревья? Нету деревьев. Если там крепости, нету крепостей, какие там люди, пойдите, посмотрите, возьмите смелости, возьмите плодов, придите, расскажите людям. Моше не идет, он знает, какая это земля, потому что вот эти все рассказы, которые были от родителей, они остались в народе, они знали, что эта земля добрая. Но они идут туда, они перекапывают, они высматривают, они находят самое плохое. И за одну ночь они, весь народ, они взбунтовали. И народ утром сказал, Господь нас ненавидит, Он нас вывел с Египта, чтобы мы все погибли. И наши дети тоже погибли в пустыне. Разве это не напоминает два человека, два подхода? Люди, которые приходят к Богу, которые понимают, что Он обещает вечную жизнь, они понимают, что Он дает им что-то доброе. Они приходят, они начинают видеть вот эти чудеса, которые Бог делает в их жизни, а потом, заглядывая чуть-чуть вперед, они понимают, какую нужно платить цену, они говорят, не-не-не, это не для нас. Там в Египте было лучше, там проще. И они возвращаются. Но проблема в том, что ты не можешь вернуться в Египет. Ты останешься в пустыне. Ты не можешь вернуться оттуда, откуда ты вышел. У тебя только дорога вперед. Или остаться в пустыне и умереть там. Что самое интересное, вот эти два, я их называю наследниками. Калев и Иисус Навин. Они не были шпионами, они были наследниками. Они пришли посмотреть землю, которую Бог пообещал ихним отцам. Они пришли и сказали, ух, какая хорошая земля. Это хлеб наш. Мы возьмем, мы будем там жить. И они тоже ушли в пустыню. Но они остались живы. Они выходят, потом возвращаются.
И вот этот второй разговор, который в Второзаконии, что самое интересное, Моше, он говорит им от первого лица. Вы, говорит, вы пришли сюда и не захотели пойти. Но там нету никого из тех, которые не хотели пойти. Они все погибли в пустыне уже. Стоят ихние дети. И он им говорит от первого лица. Вы не захотели. А сейчас встаньте и пойдите и возьмите. За 18 лет, которые я прожил в Израиле, очень часто было видно людей, которые поднялись в Израиль. И одни... Вот им хорошо. Вот нету другого описания. Вот им хорошо. Есть проблемы, есть то, есть это. Они потихоньку решают. Они дома, они вернулись, они живут. Им хорошо. И есть другие, которые тоже вернулись. И они только видят плохое. Всю жизнь они плохое, плохое. Вот оно доброе, оно рядом. Они его не видят. Они ходят по этой пустыне вперед-назад, вокруг этой горы. Они не могут на нее подняться и постоянно только на Господа плачутся. О, все не так. Хочу, чтобы у нас, вот у нас, именно в этой общине, чтобы мы смогли пройти вот этот, у кого она у всех есть, эта пустыня. Периодически нужно пройти вот это, пройти, подойти к этой горе и подняться наверх. И то, что ты там увидишь, оно тебя напугает. Потому что там проблемы, там есть, должны быть решения. Это нужно победить. Это нужно победить в себе. Это жизнь в Боге, это нужно преодолеть. Никогда не возвращайтесь назад. Никогда не возвращайтесь в пустыню. Там ничего нет, там только одна смерть. А впереди есть обещанное для нас, для наших детей, то, что Бог сказал. И в конце концов, я вот думал, какая разница между одними и между другими. Одни, которые пришли шпионить, они были чужими для этой земли. Они не нашли ничего хорошего для себя. Они остались чужими. А те двое, которые пришли, они не шпионили, они вернулись домой. Они свои. Много людей говорят, нет, это не ваша земля, это вам не принадлежит. Господь пообещал. Тебе нравится, не нравится, это то, что Бог написал, то, что Бог сказал, и то, что Бог исполнил, и что еще не исполнил, оно исполнится. Просто тебе нужно в этом двигаться, несмотря ни на что. Не будьте шпионами, будьте наследниками. Пускай Господь благословит всех вас. Шаббат шалом.